Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас обзор пустых баночек, которые накопились за август месяц. Когда мы начали собирать пустые баночки, кстати, это было очень интересно посмотреть, какая, во-первых, какой расход у нас средств идет. Мы были просто удивлены, что мы столько продукции потребляем, при этом мы специально не выливаем в ванну или в унитаз гели и шампуни, просто это обычная нормальная жизнь людей, трех человек, семьи из трех человек. Вот. А второе, было интересно посмотреть, какая экономия составляет, потому что в основном мы пользуемся продукцией Oriflame и используем скидку 20%, а еще мы участвуем в акциях, получаем некоторую продукцию в подарок, это очень интересно. Также у меня в заказе есть и другая продукция. Итак, давайте перейдем к цифрам. 35 баночек от Oriflame и 5 баночек от других производителей. От Oriflame на 389 баллов по текущему каталогу и на 24 084 рубля. Со скидкой составила сумма 19 267 рублей. То есть мы сэкономили 4730 рублей, ну примерно. Итак, 2216 рублей — это продукция от других производителей. Я вам тоже все покажу, но сразу предупреждаю, что эту продукцию я не покупала, только один продукт. Нам присылают на обзор продукцию, и я всегда рассказываю свое честное мнение, потому что есть продукция, как и в Oriflame, и в других компаниях, которые мне нравятся, которые так средние, и есть, которые ну не нравятся или не подошла. Итак, давайте посмотрим, что у меня использовалось в заказе. Краска для волос. Я теперь точно знаю, что у меня краска один раз в месяц расходуется, то есть я крашу голову раз в 4 недели. Краска мне очень нравится, потому что она хорошо питает волосы, цвет красивый. Мой оттенок 9.0, часто меня спрашивают, какой краской я крашусь, но минимум 3-4 раза в день мне задают этот вопрос в разных социальных сетях, в личку пишут. Краска действительно хорошая, потому что она содержит и увлажняющие компоненты, и она отлично закрашивает седину. И вот что мне нравится, что краска не смывается, я подкрашиваю только корни, а все полотно остается ровным и красивым. Далее у меня в заказе, конечно же, есть продукция выпитая, съеденная нами, это продукция Wellness коктейль. В этот раз был ванильный, он, кстати, мой любимый. Этот коктейль для перекуса, то есть если быстренько нужно утолить голод, перекусить, или, например, перед тренировкой наедаться нельзя, можно за полчаса выпить коктейль и отлично потренироваться без тяжести в животе, то есть без вреда для здоровья. И он еще очень вкусный. У нас в семье коктейль обожаем вообще просто очень сильно, особенно когда мы его готовим на молоке, получается настолько вкусно, как будто это коктейль молочный с мороженым. Витамины Wellness Pack женские, к сожалению, их сейчас нет на складе, надеюсь, скоро получим, потому что у нас даже нет особо стратегических запасов, как-то все было хорошо без всяких предупреждений, раз, и витаминок нету. Можно заказывать отдельно астаксантин и омегу, поэтому пользуемся пока тем, что есть. Итак, витамины, они нужны для того, чтобы как бы помогать организму, для того чтобы он был красивым изнутри. То есть когда мы используем крема, косметику какую-то, да, снаружи мы прихорашиваемся, да, ухаживаем за кожей, а когда мы добавляем еще питание клеток изнутри, то у нас получается и сам организм восстанавливается, и клетки здоровые, красивые, кожа становится красивая, молодая, морщинки разглаживаются, и в принципе кожа сияет, и мы целиком выглядим здоровыми, как вот и ногти, и волосы, и сияние кожи. Мне кажется, это самое главное для нас, быть, да, получать питание изнутри. Очередная коробочка, здесь у меня были пептиды, это новая серия Novage Procuticals. У нас вышло несколько новых продуктов в этой линейке, и моими любимчиками оказались как раз пептиды. Я даже специально оставила коробочку, чтобы вам показать, как это выглядит. Ой, у меня тут сыворотка осталась, вот это да, я не заметила. Смотрите, мы получаем такую манжету в наборе и пипетку, и 7 ампул. Нужно в эту манжету вставить ампулу, надавить, и
верхняя часть ампулы остается здесь, то есть она отламывается, а вот саму уже ампулу мы вставляем сюда в пипетку и пользуемся. Так что я рано выкинула, я, кстати, не заметила, что не использовала, и сегодня использую, далеко не убираю. Что дают пептиды? Это для клеток, для нашей кожи идет такое, знаете, питание, что моментально стирается дряблость. То есть если есть вот особенно на шее такая вот дряблая кожа появляется, вот в этих вот местах особенно, то я просто на ночь нанесла, с первого раза я увидела результат, меня это так впечатлило. И вот я на ночь специально так потрогала свою кожу, думаю, запомните вот по ощущениям, какая она у меня на ощупь. И уже утром я почувствовала, что она стала как будто бы плотнее на ощупь, и на вид она стала другая, и сразу ушла дряблость. Вы понимаете, меня это так впечатлило, что теперь я каждый каталог, скидку свою 50% использую на эти ампулы. И у меня даже уже появился некий запас, потому что я не каждый день пользуюсь, но, знаете, это так приятно осознавать, что есть волшебная палочка, которую я могу использовать в любой момент для того, чтобы улучшить состояние своей кожи. И вам тоже рекомендую наборчик такой заказать, чтобы у вас были под рукой ампулы. Если вы знаете, что вам, например, там через несколько дней нужно будет пойти на какое-то мероприятие, вы можете начать пользоваться утром и вечером этими ампулами, и за несколько дней вы себя приведете в такое классное состояние. Вообще все удивятся, скажут, что ты с собой сделала, почему ты такая шикарная. Так, закончился у меня набор, им пользовалась именно я, серия Hair X, набор против выпадения волос, шампунь и кондиционер. Вот сейчас эта линейка занимает в моем сердце первое место, я очень полюбила этот наборчик. Я увидела результат сразу, у меня перестали выпадать волосы, я так радуюсь, что на расческе, когда я даже вот просто вымыла голову, это, наверное, самый большой стресс для волос, они более запутываются, тогда немножечко побольше остается на расческе, а когда вот просто идут второй, третий день, я утром встаю, я волосы не заплетаю, они у меня вот так по всей подушке валяются, и я просто раз расческой, два, три, все быстро расчесывается, и самое главное, нету выпадения волос, то есть буквально вот 5-7 волосков, и меня это очень радует, то что по дому перестали валяться мои светлые длинные волосы, потому что все-таки приятно, когда чисто дома. Поэтому рекомендую попробовать, очень хорошая продукция. Это средство для интимной гигиены, с ним нужно купаться. Кстати, почему-то стала слышать в последнее время часто такие истории, немножечко люди недопонимают, это средство для купания, а не для интимной жизни, это средство для интимных зон. Очень классное, кстати, и надолго хватает. Кстати, здесь у меня есть один продукт сейчас из другой компании, раз уж речь зашла про интимную гигиену, я сразу про него расскажу. Это Organic Zone, пенка для интимной гигиены с экстрактом ромашки. Вот мне очень она понравилась. Рассказываю, в чем фишка. Когда его берешь в флакон, во-первых, он без крышки был, вот так нужно чуть-чуть потрясти, надавить, и вот одно нажатие выходит сразу такой хороший комочек пенки, прекрасно увлажняет кожу, очищает от запахов, то есть очень комфортное, классное, удобное средство, и я удивилась, мне надолго хватило. Прям рекомендую, если хотите попробовать что-то новенькое, эта пенка, ну вот, не знаю, мне понравилось. Я сейчас скажу, сколько она стоит, наверное, это тоже интересно, мы выписали все цены. Так, средство для интимной гигиены 369 рублей. Ну, служила долго, я не могу сказать точно, потому что у меня рядом стоят два вот этих флакончика, они, кстати, вместе закончились, я то одним, то другим, но ощущения мне понравились. Следующий продукт, ой-ой-ой, как мне понравился этот продукт, это крем для душа с ягодами, ягодное смузи, по-моему, оно называется, оно нереально, во-первых, очень вкусно пахнет. Это крем, крем для душа, мы с ним также купаемся, но он уже сразу на первом этапе купания увлажняет кожу, не подсушивая ее, идеально подойдет для всем, у кого кожа сухая, это просто прелесть. Ну конечно, у него маленький расход, нам так надолго хватило этого крема,
И когда я купалась, и у меня было ощущение, что рядом стоит лукошка с ягодами лесными, и все так вкусно пахнет. Поэтому тоже суперский продукт, можете его смело заказывать. Очень много продуктов для волос вижу. Давайте по очереди. Это кондиционеры серии «Мед и молоко». Им пользовалась дочка, она его вот просто обожает. У нее длиннющие волосы, но она их так часто моет. Мне кажется, она практически каждый день моет голову. Поэтому этот расход кондиционеров у нас очень большой. Маски, кондиционеры просто улетают в лед. И вот этот она особенно любит. У меня закончился кондиционер для волос, это пенка Элио мусс, кондиционер, вот так он называется, правильно? Слушайте, ну это просто чудо. Вот если честно, я была удивлена. Я долго не заказывала, потому что цена достаточно высокая на эту пенку была. А потом я стала читать много комментариев, и мне прям девчонки, вы же мои девчонки, советовали: Лиля, попробуй, тебе понравится, обязательно попробуй. И я подумала, ну действительно, надо попробовать, почему мимо меня проходит что-то революционное. Так вот, оказалось, что это пенка, кондиционер, наносим на влажные волосы, держим 3-5 минут, потом смываем. Когда я сушу волосы, у меня получается, они сразу объемные. Вот это сильно отличается от любых других бальзамов, потому что другими бальзамами они у меня просто гладкие, ровные, а здесь я сразу получаю объем. Очень долго не пачкаются волосы, и мне понравился, конечно, запах, аромат Элио мне в принципе очень нравится. И мне понравилось, что вот волосы такие пышные, объемные, не путаются, нет ощущения тяжести на волосах. Это вот просто классно. Вот все, кто страдает, например, маленьким объемом, я сразу начала рекомендовать эту пенку. Вы знаете, ее сейчас сняли с производства, может быть, где-то можно будет в распродаже купить, потому что серия Элио у нас будет обновляться. Уже в следующем каталоге мы видим новые продукты. Но я надеюсь, что мусс тоже появится, потому что тот, который я купила себе в запас, у меня выпросили, у меня его нет. Для волос также еще у нас есть классный продукт, это сухой шампунь. Он есть еще зеленый для жирных волос, а вот сиреневый для тонких. Мне, конечно, по функциям больше нравится зеленый. Я раньше брала его, у меня все было хорошо, мне очень нравился эффект. Действительно, просто набрызгаешь, и сразу волосы как будто только я помыла. То есть еще целый день можно ходить смело после этого шампуня, но на следующий день надо обязательно вымыть волосы. А потом у меня к зеленому пошло какое-то вот отторжение к аромату, то есть я его не могу выносить, поэтому я стала брать себе сиреневый. Здесь мне аромат нравится, а дочке я все равно заказываю зеленый, потому что он ей нравится, и она его использует, либо на улицу выходит, либо закрывается в комнате, ну, чтобы я его не чувствовала. Эффект очень классный. Мне кажется, это вот просто палочка-выручалочка, которая необходима всем, у кого, например, такой ритм жизни бешеный, некогда голову помыть, или вы много путешествуете, вам с собой нужно возить сухой шампунь, потому что это мега удобно. Вы, например, вышли из самолета, побрызгали в дамской комнате волосы и можете сразу бежать на конференцию. Вам не нужно заходить в отель, в душ, тратить 2-3 часа на сборы, вы можете тут же пойти по своим делам. Это уникально. Так, кондиционер для волос, тоже серия HairX Climate Control, тоже использовала дочка. Я тоже пару раз, но я когда попробовала вот эту серию против выпадения волос, я уже от всего другого ушла. Я только на Botanicals сейчас и вот на этой серии как раз против выпадения. Climate Control классный, особенно мне он нравится зимой. Ну почему он? Это серия. Они мне нравятся, шампунь и кондиционер. Потому что зимой как-то особенно чувствуется, вот для волос идет стресс из-за резких перепадов. На улице мороз, в помещении сухой, жаркий воздух, и волосы очень сильно страдают. А вот серия Climate Control, она как раз позволяет вот найти этот баланс и защитить волосы от этих перепадов. Тоже попробуйте, особенно если у вас волосы очень чувствительные и могут пострадать, например, от таких вот перепадов. Следующий продукт — это средство для купания Botanicals. Мы мыли руки и купались, обожаю эту серию, она на 95% натуральная.
и содержит экстракт жимолости, который дает такой вкусный аромат, от которого ну вот просто невозможно оторваться. И тут большой такой бочонок, кстати, я не буду выкидывать флакон, если снять наклейку, сюда можно налить какое-то средство, например, для кухни, я маме отдаю, потому что они очень красиво смотрятся в ванной, или перелить, например, какой-то, например, если вам не нравится вот такой тюбик кондиционера, можно перелить в такой флакон и использовать уже с дозатором. Я просто люблю все, что с дозатором. И вот это средство прекрасно увлажняет кожу, вообще не сушит, прекрасно пенится, такая мягкая нежная пенка, и в общем-то очень комфортное ощущение, впечатление просто супер. Так, у меня закончился этот гигантский крем для рук серии Love & Care. К сожалению, эту серию, она с молоком и миндалем, ее сняли с производства, но вот именно этот крем иногда бывает в каталоге и в распродаже. Он невероятный, вот просто это крем-волшебник, он прекрасно впитывается и питает кожу. И если сравнивать с остальными кремами Oriflame, по-моему, ничего не закончилось больше. То есть вот наша привычная серия, где по 75 миллилитров идут разные тюбики с алоэ, с авокадо, был с арникой, с персиком, ну, в общем-то разные, то те крема намного легче, они прям вот такие лосьончики легкие, раз и впитываются. Этот более питательный. Этот крем я всегда на кухне использую, после того как все приготовила, убрала, я обильно намазываю, прям маску делаю этим кремом. И на ночь, если у меня, например, нет ночной маски спа сейчас, вернее крема маски, то я использую как раз этот. Они вот близкие по тому, как напитывают, насыщают кожу. Потрясающий крем, видите, я его даже всегда разрезаю, использую до последней капельки, потому что он у меня любимчик. Это маска для лица, серия Love Nature с чайным деревом и лаймом. Маска подходит для комбинированной и склонной к жирности кожи. Маска скраб, ее можно использовать и на 10 минут на кожу нанести, и можно на влажную кожу как скрабом. Эффективнее мне нравится, когда как маска. Но так как я все быстро-быстро делаю, я чаще всего использую как скраб. Очень щадящий скраб, не царапучий, приятный, очищает классно кожу. И что мне нравится, у меня нет ощущения сухости после этой маски скраба. То есть настолько вот комфортное ощущение, такие приятные. И мне очень нравится аромат. Вот аромат чайного дерева я просто обожаю в любом виде. Я люблю его и в антибактериальном средстве. С удовольствием им использую, я могу его добавлять в арома лампу, чтобы был запах чайного дерева. Мне очень-очень нравится. Так, что здесь еще? Так, это, вы будете смеяться, но я нашла это средство, оно давнее, то есть я им, то ли я его как-то закинула в дальний угол, я тут недавно перебирала опять косметику, я нашла, оно не до конца использовано, тут прям чуть-чуть еще что-то, то есть можно было, но видимо я получила новый продукт и начала сразу им пользоваться, обновленный чуть поменьше, а этот уже просто из-за того, что срок годности кончился, он улетает в мусорку. Обожаю наши автозагары, потому что вот с ними кожа выглядит, знаете, как объяснить, как будто я слегка подзагорела. И мне нравится вот именно вот эта вот форма спрея, то что идет тонкое распыление, и я потом быстро так растираю по коже, не полосит. Потому что раньше еще давно в Oriflame был крем автозагар, и вот его очень трудно было носить, очень, потому что я когда делала ноги, у меня потом все ноги были как у зебры, и даже вот так следы от пальцев оставались, это было очень смешно. То есть думаю, сейчас я намажу автозагаром и буду ходить в шортиках или в мини-юбочках. Да, конечно, как в зеркало на себя посмотришь и самую длинную юбку достаешь или в штанах ходишь. Вот с этим средством такого у меня не бывает, но тут очень важно тонкое распределение делать, лучше наслаивать, то есть немножко побрызгала, все, часть прошла, остановилась, так помню, здесь сделала, пошла дальше, то есть вот так частями делаю, главное не забывать. Так, это что здесь такое, маски, а патчи. Патчами пользуюсь не очень часто, но иногда бывает, утром встаю, а у меня прям такие мешочки, глазки припухшие, прям видно, что слишком много нам чая выпила. Я тогда делаю патчи, они мне реально здорово помогают. Но
что в этих патчах, особенность какая есть: в одной упаковке одна пара, то есть мы берем там всего две штуки на один глаз и на другой, но можно, кстати, использовать на разные участки лица, например, если здесь глубокая морщина или носогубки надо убрать, то есть вы используете там, где вам нужнее, где важнее. Но я в основном на глазки использую, потому что, ну, бывает нужно. А это маска из биоцеллюлозы. Здесь и азиатская цинцелла, и ниацинамид, то есть маска очень мощная, с омолаживающим эффектом. И что самое интересное, биоцеллюлоза, оказывается, это как вторая кожа, то есть у этой маски два слоя. Нужно сначала ее аккуратно развернуть, снять внутренний слой, распределить ее по лицу и аккуратно снять верхний слой, и уже аккуратно совсем до конца распределить, 20 минут посидеть в этой маске, потом снимаете. Кожа просто другая, особенно это видно на взрослой коже. Как говорят, чем хуже состояние кожи, тем ярче заметен результат. Потому что, ну, понятно, на молодой коже что-то можно омолаживать, да, какие морщины убирать, если она и так молодая. А вот когда кожа уже взрослая и есть возрастные изменения, то тут просто радости нет предела. Очень рекомендую. Кстати, такая штука часто бывает у нас по акции, например, 5 берешь, цена очень выгодная. Омега-3 в этой баночке 60 капсул, то есть на 30 дней. Если вы сейчас будете вместо витаминов покупать отдельно астаксантин и омегу, имейте в виду, что здесь количество большое, и вам хватит как раз на месяц омеги. Омега у нас очень хорошая. Крем для лица. Вы знаете, я, наверное, на протяжении полутора месяцев говорила себе: так, все, последний раз мажусь и достаю коллаген. Так, все, последний раз мажусь и достаю коллаген. Я все время боялась, что, пользуясь серией Optimals, у меня кожа испортится, что она опять как бы, ну, вернется после Novage, да, когда пользуешься коллаген или Ultimate Lift, то такой результат крутой. Кожа сразу как будто разглаживается, морщинки все уходят, она упругая, она вот, она держит форму, у нее все вот качественно, все хорошо. И когда мне прислали на обзор эту серию, то мне просто поневоле пришлось ее попробовать, чтобы рассказать вам. А серия мне очень понравилась, просто от слова очень. И каждый день я себе это говорила, но использовала до последней капли этот крем, потому что мне понравилось. И я не вижу, что у меня испортилась кожа, что у меня какой-то пошел эффект отмены. Нет, закончился вот он где-то у меня дня 3-4 назад. Закончился, даже видео снимала в Инстаграм, как я открываю коллаген и начинаю пользоваться. Конечно, я по нему очень соскучилась. И, конечно, я чувствую, что с коллагеном кожа будет еще лучше. Но эта серия, она и рассчитана для более молодой кожи, это не антивозрастная серия Urban Gold, как правильно прочитать, она от 20 лет, понимаете? Поэтому, девчонки, огонь просто, вот эта новинка Optimals. И сейчас у меня еще не закончился ночной крем, я пользуюсь, сыворотки немножко осталось, так что процесс идет, очень даже рекомендую. Кусочек мыла использовали, это была серия ко дню влюбленных с приятным ароматом, там такое хорошенькое мыльце квадратное конвертиком. Но вот если честно, я их брала очень много, все раздарила, один кусочек я дарила дочке, вот именно его она достала, и мы наконец-то попробовали это классное мыло. Мыло расход всегда большой, но как есть. Пудра, серия The One. Кто помнит эту старушку? Честно, я ее просто, срок годности закончился в 2020 году, и она у меня лежит без дела, потому что мне прислали несколько пудрочек на обзор, и The One, и Giordani. Но зачем я буду уже старую пудру использовать? Просто у меня одно время так было, я всегда держу компактную пудру, но почему-то я пользовалась только рассыпчатыми. Я не знаю, я не хотела компактными, и она у меня была только такая вот, с собой взять, поэтому расход был очень маленький, она у меня так залежалась. А сейчас появились новые пудры, во-первых, мне у них очень нравится дизайн по сравнению с этой вот коробочкой, мне кажется, она не симпатичная, даже такая
ну, обычная слишком. Сейчас стильная, интересная упаковка, во-первых. Во-вторых, пудра по качеству совсем другая. Вот просто ее наносишь на лицо даже без тонального крема, и лицо сразу становится холеное, такое прям вот крутое лицо. Кстати, я в последнее время заметила, что когда мне лень краситься или особо некогда, я даже могу на видео просто пудру нанести или на эфир на какое-то без тонального средства, и кожа выглядит очень круто. То есть пудра, немножечко румян, хайлайтер, и все супер. Так, что здесь еще? Эта дочка отдала антибактериальное средство для очищения кожи рук. Кстати, очень хорошее, оно действительно антибактериальное. В нем высокий процент, 70% спирта, поэтому отлично очищает от микробов, от всего прочего. Так, что-то здесь еще по мелочевке. Давайте крупный флакон посмотрим. Это средство мне присылали корейскую косметику. Сейчас посмотрю, сколько стоит на обзор. Но я не разобралась на тот момент, вообще не было ни слова по-русски, а на сайте все было одинаково, то есть под каждым флакончиком все было, перевод везде был одинаковый. Я не стала пользоваться. А это многофункциональный гель для проблемной кожи. Вот его дочка использовала, огромный флакон, то есть его можно было и на тело мазать, и везде. Я так понимаю, что понравился, раз до конца использовалась. Это серия Кика. Кика, по-моему, читается правильно. Вы можете посмотреть, говорят, что это популярная продукция корейская, но моего личного отзыва нет, потому что я не пробовала. Не пробовала и не поняла. Давайте сразу еще покажу продукты. Они сверху лежат. Organic Zone — это шампунь. Шампунь с аха-кислотами и маслом черного тмина против падения волос. Пользовался Миша. Шампунь стоит 519 рублей. Он сказал, что шампунь классный, то есть ему прям вот заходит Organic Zone для волос, он и маски использует. Кстати, здесь же есть и маска укрепляющая. Сколько маска стоит? 499 рублей. Маска, объем 250 миллилитров, и шампунь, наверное, да, тоже 250. То есть Мише вот прям нравится. Мне нравятся из Organic Zone скрабы. Вот то, что для тела скрабы я заказывала, чтобы прислали, мне очень понравились. А в этих продуктах для меня какой-то специфический аромат есть, и я его не люблю. То есть если я не получаю удовольствие от продукции, я ей пользоваться не буду, мне это уже не интересно. А Миша сказала, мне нравится, пусть еще присылают. Кстати, сегодня прислали еще одну посылку из новой линейки, тоже вот из органической, так что будем скоро пробовать. Так, и еще один продукт тоже, который не из Oriflame. Это зубная нить, купленная в Магните, личную, за 179 рублей. Знаете, раньше в Oriflame была зубная нить, очень классная, отличная, просто почему-то перестали выпускать. У нас раньше был ополаскиватель для полости рта, зубная нить, я обожала эти продукты. Сейчас нет, было бы здорово, если бы вернули, потому что это нужный продукт, каждый день я пользуюсь зубной нитью, ну как бы вся семья, особенно когда шашлыки поели, ну как без зубной нити жить? Потому что ковырять зубочистками — это, в общем-то, не есть правильно и не всегда это удобно. Так, все, я показала вам то, что не Oriflame, и осталась у нас всякая мелочевка. Ну, как бы мне не расплакаться. Закончились лаки. Это один из крутейших лаков по цвету, я имею в виду, и вообще вот эта серия The One, она была лучше всех, которые потом после стали выходить. Они все тоже хорошие, быстро сохнут и стойкие, но вот это отличалось, то что вот она реально очень быстро сохла, вообще не оставалось, быстро, просто за пару минут все высыхало, и лежал лак дольше у меня, по крайней мере. Это мой любимый золотой, кстати, вы его видите как раз на ногтях, я его несколько дней назад красила, он очень долго лежит на ногтях, и его сняли с производства, именно этот оттенок 327-35. Слушайте, ну это фантастический цвет, у него такой легкий золотистый перелив, я даже не знаю, найду ли я что-то аналогичное, подобное. И мне нравится этот лак, потому что вот с ним ногти можно неделю прям ходить, и даже если вот кончик облупился, этого все равно не видно абсолютно. А когда живешь в таком бешеном ритме,
то нужно, чтобы ногти были все время в порядке. Так что я по нему очень скучаю, и у меня последний такой остался, ну там вот неполный, ну где-то третья часть уже использована, поэтому я его буду хранить, экономить и пользоваться прям чуть ли не по праздникам. А эта дочка отдала, тоже лаки, кстати, розовые были у нее, использовала, потому что она любит такие нежненькие красивые оттенки. Еще что-то для ногтей. Высохло средство, закрепляющее покрытие для лака. Это просто закрепляющее. Кстати, вот эти продукты у меня практически всегда до конца не использовались. То есть немножечко остается, а уже не, ну все, оно загустевало. И средство против расслаивания. Вот это классно. И можно было прям пользоваться не без лака. Настолько красиво получалось. Сейчас я выну все, а то у меня пакет шуршит, мешает. То есть можно было обработать ногти, накрасить один слой и просто холеные красивые ноготочки. И при этом они в этот момент, за ними идет уход, они укрепляются и становятся просто классные. Вот, кстати, средство антибактериальное с чайным деревом и лаймом, которое мы используем, ну, очень активно. Очень. То есть им можно любые ранки залечить, ушибы, ожоги, укусы насекомых или царапки. Вот мы с котом, когда подеремся, он мне бывает раздерет немного руки, я сразу мажу чайным деревом. Мозоль, если натерла, тоже мажу чайным деревом. То есть вот все-все-все, что можно, вернее, что нужно быстро подлечить и сделать антибактериальный эффект. Это просто фантастическое средство. Вы можете почитать про него в интернете, как применять. И обратите внимание, что в 13-м каталоге на это масло будет огромная скидка, и у меня будет его целая коробка. Мое любимое средство закончилось, но я тут же достала новый флакон. Это средство серии Hair X для кончиков. Это 2-3 капельки, сыворотка для волос, восстанавливающая. Это просто фантастика. Вот если у вас путаются кончики, если они сухие, ломки, просто берете две капельки, на кончиках пальчиков так растираете и на кончики переносите вот так вот. Не трете, а аккуратненько вот с пальчиков снимаете просто. Мне две капли хватает на все волосы. И вот где у меня челка вот такая вот укорочена, я немножечко сюда. И волосы становятся гладкие, блестящие, они легко расчесываются. То есть сразу куча проблем с волосами уходит. Поэтому я без этой сыворотки вообще жить просто не могу и не хочу. Она у меня всегда есть. Маска для волос, такая жиденькая, это маслица. Его нужно делать, предварительно подержав тюбик в горячей воде, чтобы масло согрелось. Помыть волосы и нанести, быстро отламываете кончик и распределяете по волосам. Вот тут написано буквально на одну минутку, а нет, положить воду, прям несколько минут подержать на волосах. Нет, здесь не написано, в каталоге вы увидите, на 5 минут буквально, а я держу обычно долго, ну, прям 15-20 минут. Можно сделать тюрбан, замотать волосы, оставить. И вот вы потом увидите, когда смоете, какие у вас будут живые, блестящие, классные волосы. Попробуйте. Так, далее. Смягчающее средство с ароматом мяты. Это закончилось у дочки. У меня еще есть. Обалденное. Мне все в нем понравилось. Так как у нас смягчающих средств очень много с разными вкусами, мне кажется, все время сначала мне один нравится, потом другой. Но вот мятный сейчас у меня в лидерах. Во-первых, приятный аромат. Во-вторых, идет такое легкое охлаждение на губах, такое приятное, классное. И, ну, просто приятно. Запах классный, как будто, знаете, жвачка из детства. Да, как раньше были, сейчас таких нет. И три помады. Вы удивитесь, но давайте вот начнем с помады Giordani Gold. Она не закончилась, но уже запах пошел, и я посмотрела срок годности. Уже закончился. И у другой помады то же самое, срок годности закончился. Я, кстати, не смотрела, и когда начала красить, то я почувствовала, что она другая стала по консистенции. И я так смотрю: о, срок годности кончился, а я пользуюсь, надо выкидывать. И закончилась тоже помада 3 в 1. Это самая крутая помада, которая была в Oriflame.
серия The One, я не знаю, как их могли снять с производства. Конечно, после этой помады вышло огромное количество других классных помад. Сейчас у меня в фаворитах помада Кушон, мне она тоже очень нравится, но вот это что-то нереальное. Сколько у меня все просят до сих пор и заказывают, пытаются и просят, может быть, у меня где-то в запасах она осталась, но нет, запасов никаких нету, помада кончилась и, скорее всего, ее уже не вернуть. Все, мы с вами все посмотрели. Представьте, если вы начнете собирать свои баночки и посмотрите, сколько у вас. Я, например, вот удивлена. Естественно, что это закончилось не за один раз, просто в этом месяце как раз к концу подошли именно эти флакончики. В следующем, скорее всего, будет меньше продукции, потому что только все открыли новое. Естественно, это будет служить какие-то продукты 3 месяца, каких-то на полгода хватает, поэтому все постепенно заканчивается. Да, будут еще какие-то помады, может быть, тоже переберу со старым сроком годности, нужно все выкинуть, потому что у меня так всего много, нужно расставаться с этим, не глядя, освобождать пространство для нового, классного и инновационного. Я вас благодарю за внимание. Если видео вам полезное, напишите, что полезное, какие у вас есть пожелания. Лайк обязательно отметьте и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч, с вами была Лилия Донскова и огромное количество классной продукции. Всего доброго, пока-пока.